Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сейчас середина сентября, и я хочу вам показать мой урожай клюквы. Как цветет клюква, я вам уже показывала. Вот сидит она у меня в такой бордюриной грядочке. И вот что в этом году у меня выросло. Здесь у меня посажено два разных сорта. Один ранний, один поздний. Скажу вам по своему опыту, что поздние сорта в средней полосе сажать не стоит. Но сейчас лето было жаркое, клюква успела вызреть. А если лето будет прохладное, что у нас бывает очень и очень часто, клюква очень долго вызревает. Это, конечно, не очень страшно, но все равно неприятно. Поэтому старайтесь выбирать ранние и средние сорта. Средний, поздний, поздний не берите. Лето, конечно, было жаркое, засушливое, клюква поливалась. Растет она на самом солнышке. Вот такой вот урожай. Вообще, мне очень понравилось выращивать клюкву. Культура эта совершенно неприхотливая. Никаких плясок с бубном не требует. Вот такие вот ягодки можно получить. Ну и то, сколько их, я думаю, вы видите. Еще не все поспели. Так что, если я буду собирать урожай, то не весь. Просто как бы мне птички не помогли его собрать. Так, в принципе, клюкву можно собирать и весной. Очень сильный ветер у нас поднялся. Вот клюкву можно собирать и весной. Но боюсь, за зиму ее слопают птички, мышки. В общем, не факт, что она мне достанется. Вот такие вот замечательные ягоды. Помельче они в этом году, чем в прошлом, потому что, видимо, жара. Им немножечко все равно не хватило влаги. Такие вот чудесные ягодки в таком вот количестве. Клюква очень хорошо расползается. Вот на этой грядочке здесь 2 квадратных метра было посажено 2 саженца. Они расползаются, но был у меня период, когда клюква у меня очень сильно выгорела, потому что в конце весны, в начале лета был очень солнечный и засушливый период. Клюква здесь не была вовремя полита и частично выгорела, но потом начала восстанавливаться. Рекомендую эту культуру. Нравится мне, беспроблемная. И урожаем радует, прямо скажем, радует. Всем удачи и до скорых встреч!